Хорошо, что нет царя. Хорошо, что нет России. Хорошо, что Бога нет. Только желтая заря, только звезды ледяные, только миллионы лет. Хорошо, что никого, хорошо, что ничего. Так черно и так мертво, что мертвее быть не может и чернее не бывать. Что никто нам не поможет и не надо помогать. А люди? Ну на что мне люди? Идет мужик, ведет быка, сидит торговка, ноги, грудь, платочек, круглые бока. Природа? Вот она, природа. То дождь и холод, то жара, тоска в любое время года, под дребезжание комара. Конечно, есть и развлечения, страх бедности, любви и мучения, искусство сладкие нет, самоубийство, наконец. Квартирой связано много воспоминаний о семейных праздничных днях, о новогодней Москве, морозных прогулках, новых игрушках, о первом Макдональдсе и других радостях ребенка в 90-е. Дядя всегда отдавал нам с бабушкой комнату, а сам раскладывал матрас здесь, на кухне. Вечером я приходила к нему читать «Незнайку на луне». А рано утром прибегала щекотать. Мы убирали матрас, подвигали кухонный стол и лепили с бабушкой пельмени. Была у нас такая новогодняя традиция. Не помню.